Дорогие друзья, магия чисел, 18 число, 28 градусов сегодня в Петербурге погода. Студия, творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум Сальфудин. Давайте посмотрим, какая сегодня в моей сумочке есть волшебная книжка. Это книжка Санлайта. Формулы денег. В моих глазах свет, в моем сознании изобилие, моя жизнь праздник, сердце мое любовь. Формула Соломона из книги Санлайта. Формулы денег. Я привлекаю деньги, я утверждаю счастье, я умножаю любовь. Формула исполнения желаний. Мое желание исполнено, силой оно наполнено, сила Богом дана. Благодарность – основа успеха. Это 41-я страница. За все благодарите. Первое послание. Кому надо почитать? О, Филосоникийцам. 5.18. Формула благодарения. Благодарю тебя изобилие. Благодарю тебя сила. Благодарю тебя удача. Формула силы. Я все могу. Я все могу. Повторяйте эту формулу на четках ежедневно не менее 100 раз. Космическое изобилие проявляется потоком денег в моей жизни. Это 53-я страница. 53-я страница. Формула радости. Моя радость получать, моя радость отдавать. Бог с тобой, Бог со мной. Повторяйте эту формулу, когда меняетесь чем-либо, продаете или покупаете. Вообще советуют повторять ее, знаете, сколько раз? Или 300, или 1000 раз. Моя радость получать, моя радость отдавать. Бог с тобой, Бог со мной.
Бог богат, я богата. Формула богатства. 67-я страница. Формула денег. Формула успеха. Успех в настоящем. Успех в грядущем. Успеха небо надо мной, успех земля подо мной. Успех ведет меня к успеху. Формула изобилия. Изобилие – сила Божия, изобилие – сила космоса, изобилие – моя жизнь. Формула созидательного сна со страницы 84. Сон приносит мне познание, сон дарует процветание. Шикарно. Повторяйте эту формулу перед сном не менее 7 раз. Формула благословения. Ты луч Божий, будь богат. Здесь в каждой формуле есть описание. Я думаю, нам с вами надо будет это выписать. Взять красивый такой листочек бумаги и выписать эти формулы, которые нужно повторять, чтобы не листать, знаете, не листать так вот книжку, а сразу, чтобы она была выписана на отдельный красивый лист. Ну, вернее, на лист бумаги красивые формулы. Формула трех стихий. Я душу воздухом изобилия, я купаюсь в водах богатства, я наполняюсь солнцем счастья. Богатство – свобода, богатство – сила, богатство – время, я богата, я богата, я богата. Я вам уже говорила, что я посетила семинар в 2004 году Натальи Борисовны Правдиной. И, кстати, Наталья Борисовна Правдина из этой книжки давала, ну, можно сказать, как-то формулы аффирмации, положительные настрои. Но те формулы, которые она давала, они немножко были изменены. Здесь я читаю из книжки, вот как они написаны, а у нее немножко они были изменены. Вот. Ну, может быть, не все, но часть из них. Жизнь – праздник света и любви. Формула счастья. Жизнь – праздник света и любви. Формула гармонии. Изобилие – мой отец, гармония – мать. Деньги – мои друзья, радость – мое тело. Радость – мое тело? Да. Знаете, это формула Соломона. Я привлекаю деньги, я утверждаю счастье, я умножаю любовь. Где она здесь была? Я привлекаю деньги, я утверждаю счастье, я умножаю любовь. Интересно, правда? Как вот вы понимаете? Вот утверждаю, я утверждаю счастье, я умножаю любовь. Вот умножать любовь. Это, конечно, вот... Я много раз эту формулу повторяла, но как-то вот не задумывалась, а сегодня задумывалась. Утверждать счастье и умножать любовь. Татьяна Салмановна, что вы можете сказать? Что же мы посылали? Улыбку. В 2004 году летом я была на курсе Мирзакарима Нарбекова здесь, в Петербурге. Вот, очень хороший курс, про который я уже тоже рассказывала в рамках моего лайв-джорнала. Вот, и мы посылали, что делали там
на этом курсе упражнения и посылали, мы улыбку посылали, мы не любовь посылали, мы улыбку посылали. Да. Посылали улыбку. Ну, просто такой опыт у меня есть, как вы понимаете, да, я просто подумала, если вот заниматься, например, какими-то или танцами, или какими-то физическими упражнениями, и посылать, например, вместо улыбки любовь. Любовь своему телу, любовь своим нежным ручкам, пальчикам, своим шикарным ножкам, посылать любовь. В общем, посылать любовь себе. Потому что, как пишут в таких же очень умных книгах, даже Sunlight пишет, я это тоже написала в моей книге «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания», что нужно сказать, что я уже наполнена любовью, любовь у меня уже есть. И исходить уже от этого, что я уже наполнена любовью, уже наполнена. Если вы заметили, на мою страницу Татьяна Салманова через дефис Мактум Сайф, один через дефис, я неоднократно загружала это видео «Посылание любви», в общем, да, такое «Посылание любви», такая медитация, вот определенная, ну, такая медитация, не просто медитация, вот «Посылание любви». Что, знаете, прежде чем, например, кому-то куда-то посылать любовь, я думаю, что нужно учиться посылать любовь себе. Да. И начать можно как раз, посмотрев, ну, на Ютубе можно посмотреть эту гимнастику Нарбекова, Мирзакарима Нарбекова, начать с улыбки, может быть, не каждый даже может вот как-то понять, вот как это послать любовь. Ну, знаете, вот хорошо, вот там говорили, хорошо, вот сейчас делаем упражнения, ну какие там, вот руками, например, да, упражнения руками. Вот делаешь упражнения руками и посылаете, вот делаете вот так упражнение и посылаете сюда улыбку. Вы понимаете, да, я просто вам показываю. Если, например, сказать, вот делайте упражнение и посылайте сюда любовь, ну, я могу предположить, что не каждому будет понятно, как вот делать вот это упражнение и посылать рукам любовь. Вот как это практически? Ну, практически вот упражнение руками, да. Улыбку человек может как-то, вот знаете, вот сконцентрироваться на позитиве. Знаете, как внутренняя улыбка, как это внутренним, знаете, вот внутренним органом, как говорят, улыбку нужно посылать. Человек, знаете, вот улыбка, да, я улыбаюсь. Он может представить, да, я улыбаюсь. И вот рукам вот посылаю, вот, в общем, как-то, ну, как с улыбкой, по-моему, более как-то вот это вот. Я просто сейчас вот как-то навскидку так подумала, что не каждому это будет понятно. Что вот, умножать любовь, утверждать счастье. Ну как вы понимаете, вот утверждать счастье.
наверное, сделать все возможное. Все возможное, что вы можете. Ну, из того, что гигиенические процедуры, принять, например, душ или ванну, одеть какое-то красивое наряд, красивое платье или то лучшее, что вы можете. Сделать прическу, макияж. Посмотреть на себя в зеркало. Насладиться собой. И сказать, что я счастлива. Ну так, навскидочку мы предположим, ну, возьмем что. Тем более погода, 28 градусов. Взять сумочку, положить туда кошелек и пойти, я не знаю, в магазин, в банк, по делам. Уже с этим ощущением, что я счастлива, с такой установкой. Вот я счастлива. Да, знаете, возвращаясь к той книжке «Как стать великим», знаете, как вести себя дома и как вести себя, знаете, вот с этими... Ах, машина Сбербанка! Ах, время, они в одно и то же время приезжают. Опять, вы представляете, подъехала машина инкассаторская, это просто какая-то фантастика, совершенно какая-то фантастика. Теперь Татьяна Салмановна без них скучала. Я, конечно, без вашей машины Сбербанка, знаете, как-то мне даже было, знаете, как-то вот и знаете, вот это, не начать как-то, как-то называется, что-нибудь, знаете, такое. Я вообще подумала сделать 8 или 18 или 28 минуточек позитива со мной, с Татьяной Салмановной, Мактум Сайфуддин. Сейчас как раз 18 минут со мной этого позитива. Но отвлекаться не будем. Но если что, вы можете спросить там вот. Там такой восточный мужчина, он сразу заметил и стал смотреть, что я, наверное, заснимаю видео. Так что вот. Ну, сейчас он занят другими делами. Так, сейчас я просто очень наблюдаю. Значит, это мужчина вышел. Это, наверное, из инкассаторской машины. В общем, знаете, я немножко понаблюдаю, да, с вашего позволения. Потому что в прошлый раз я их как-то немножко, этот момент, даже не знаю, можно ли вам говорить такие подробности, там есть звоночек, он позвонился, я не знаю, можно ли такие подробности даже говорить, Татьяна Салмановна. Ну что, они и так могут сами посмотреть, что там звонок есть, он позвонился, он ждет, я даже не знаю, он это, я мне просто не видно, машина его загораживает. Татьяна Салмановна просто хочет увидеть эту инкассаторскую сумку и этот автомат Калашникова, мужчина. Татьяна Салмановна просто вообще, знаете, как этот, как агент 007, инкассаторская сумка, знаете, мужчина, а у него такая еще маска вот здесь, мужчина, если вы будете смотреть мое видео, то что вот, смотрите, вот эта вот машина, вообще, это инкассаторская машина, вообще, вот это вот, эти мужчины с инкассаторскими сумками, и еще с автоматом, это наверное, Калашникова, я же видела, а что ты вот долго так туда не пускают, а, может быть, не он? Нет, мужчина входит. Мужчина вошел, интересно, можно сказать, время, наверное, вам нельзя сказать, во сколько он вошел туда. А потом скажет, что мы за ними как бы вот это вот как-то наблюдаем или еще что-нибудь. Нет, время я вам говорить не буду, но он достаточно долго ждал. А, он хотел, чтобы я на него посмотрела. Он, наверное, специально это сделал. Мужчина это сделал специально, он туда вошел. Зато я вам могу сказать, засеку времени, когда он туда выйдет. Для этого мне отвлекаться на книжку не могу отвлекаться. Я, в общем, посмотрела по времени, во сколько он туда вошел. Мне говорят, а что, вот здесь дом 16 этажей, здесь могут с каждого этажа выйти сколько квартир. Что вот, я думаю, что в этом нет какого-то этого секрета. В прошлый раз я просто как-то вот это вот.
как раз, наверное, привлекать деньги. Знаете, вот это вот привлекать, я привлекаю деньги. Вот как можно понять, я привлекаю деньги. Ну, смотрите, утверждать счастье, знаете, вот это вот, утверждать счастье, умножать любовь. Я привлекаю деньги. Привлекаю деньги. В любом случае, когда они будут отъезжать, я вам их покажу, вы сами все поймете. Он уже оттуда вышел. Он был там ровно минуту. Примерно он был там с минуту. Ну, а долго ли играючи? Инкассаторскую сумку, правда, я не видела, и автомат. Знаете, загораживает машина, знаете, а вообще, конечно, знаете, вот эта вот инкассаторская сумка, вот эта вот инкассаторская машина, они уже отъезжают. Сейчас я вам их покажу. Показать, да? Ну, а как не показать? Сейчас. Обратите внимание. Разлучка, загрузочка идет, разгрузочка. В общем, поехали они. Поехали, куда он там едет? Ну, конечно, он вывернул на Долгоозерную и поехал. Вывернул на Долгоозерную. Вывернул он на Долгоозерную улицу и поехал к Комендантскому проспекту. Вот. Это в какой-то передаче я видела эти машины. В какой же передаче я загружала? Там показывали, как перевозят вообще деньги. Так интересно. Я вон там, может быть, тоже загружу. Знаете, они там все, знаете, какие-то вот это вот. Ну да, в бронежилетах, в этих с этими инкассаторскими сумками и с этими автоматами Калашников. В общем, на самом деле, вот для фильма «Агент 007» это самое то, это инкассаторская машина и вот эти брутальные мужчины, знаете, с этими инкассаторскими сумками. А когда понимаешь, если там вообще огромные, здесь же бывают банки, это же не просто какая-то выручка из какого-то магазина, а если перевозят они какие-то огромные, понимаете, какие-то огромные деньги, вот. Так что, ну, такие вот дела. Сейчас, кстати, на это место, где стояла инкассаторская машина, подъехала черная машина. Черная машина. Ну, она не будем как-то вот это вот. Я даже не поняла, это что молния сверкает. А грома вообще нету. Я вообще, Татьяна Салмановна, вот там вот заметила молнию. Вообще, на самом деле, подъехала черная машина. Ну, давайте прокомментирую. Хотите, прокомментирую? На это место, где была инкассаторская машина, подъехала черная иномарка. Из нее вышла невысокая женщина, блондинка. Блондинка, стройная блондинка с большой грудью. Достаточно привлекательная, красивая девушка-женщина. Так что вот. И вышла из ворот, ну, вот из ворот вот это вот, туда она пошла. Да. Правда, сегодня Татьяна Салмановна забыла впитать. Знаете, даже не поняла. Давайте еще раз. Знаете, вот это вот. Давайте еще раз приезжайте. Знаете, дубль второй. В общем, давайте, мужчин, так я самое главное забыла сделать. Вот видите, это вот, вот знаете, вот как вот все это, как это говоришь. В прошлый раз я это впитала, пока говорила, вот эта дымка, вот это. А этот раз я забыла впитать эти деньги с этой машины, свою ауру. Да, просто забыла, представляете? За разговорами, понимаете, вот за разговорами, вот так, самое главное это. Как-то впечатлилась, стала говорить про какие-то вот эти сумки, какие-то вот эти вот. Самое главное это вот
Знаете, вот здесь вот, вы поняли, да? Забыла впитать. В общем, все, давайте не будем. Еще раз, короче, приезжайте. Это Татьяна Толмана забыла эти деньги впитать по Джону Кеха. Дубль два. Нет, в следующий раз я буду концентрироваться. Вот оно, самое главное, надо было сконцентрироваться на деньгах, на этой дымке что-то впитать. Поэтому по Джону Кеха. Ну, на чем мы тут остановились? Я еще подумала, вот сделаю такие, говорю, что такие шот. Шот мои видео, 8.18, 28 минут позитива. Вот, ну, как-то, честно говоря, уже вдохновилась этой машиной, вдохновилась этой касаторской машиной. Но, с другой стороны, конечно, если вот так вот вдохновиться, впитать деньги, знаете, если боюсь, как-то вот сразу как-то вот что-то такое неожиданно появилось, знаете, я же вам рассказывала, мне однажды у меня в кошельке, что еще волшебного интересного есть у Татьяны Салмановны в ее волшебной сумочке. А еще у меня есть волшебный кошелек с волшебными монетками. Так что вот, по системе Натальи Правдиной, в общем, как говорится, ну как-то, да, которые должны привлекать денежки, богатство в мою жизнь. Вот, кошелек с волшебными монетками, сделанные по системе Натальи Правдиной. Ну что, это моя сумочка. Потому что, конечно, если кто смотрел это видео, которое я загружала, на семинар, на который там отрывок семинара, где Наталья Правдина рассказывает о том, что она рассказывала, пригласила ее женщина, достаточно очень обеспеченная, и сказала, что она очень сказочно разбогатела. Вот, шикарный дом, и, в общем, они живут сказочно. И Наталья Правдина очень много, потому что Наталья Правдина советует очень много различных каких-то там, как говорится, ну, различные системы, как говорится, кто читал ее книжки, кто смотрел ее видео, вы должны понимать. Она много что советует для привлечения денег и богатства. И она очень заинтересовалась, как же женщине удалось то и разбогатеть. А та сказала, что она, знаете, вот на Луну вот эту заговорила, эту монетку, вот, и в дальнейшем тоже всего лишь по одному ритуалу, и, в общем, она считает, что эта монетка принесла ей вот такое шикарное благосостояние. Я, кстати, тоже очень впечатлилась. Я подумала, это ж надо. Жизнь – праздник света и любви. Но думаю, что, наверное, все-таки, вот смотрите, инкассаторскую машину увидела, все знаю, а деньги впитать забыла под Джону Кеха. А там женщина, наверное, она вот этот один ритуал запомнила, записала, вот, и, наверное, каждый раз на эту растущую луну, или там какой-то там конкретный ритуал, она каждый раз, наверное, делала. Это как Джон Кеха говорит, можно прочитать его книжку, можно прослушать его семинар, но если вы не будете ничего делать по его системе, то вряд ли будут какие-то результаты. А, сейчас я подключу мой ноутбук, на зарядочку подключу. Помимо того, что знать, нужно еще это делать. Знать одно, а делать это другое. Одно дело знать, одно дело там прочитать книжку, вот, а другое дело делать это. Поэтому, наверное, так понимать, что там женщина одним таким вот «Моя цель – изобилие, путь – мой успех, воля моя – воля Божия». Это из книжки «Sunlight», я вам читаю.
и дополнительные настрои, аффирмации. Кстати, вот как раз из этой книжки Натальи Правдина очень советовала, и часть из них я повторяла в 2004, они были у меня записаны в 2004, и 2005, и в 2006 годах, и даже в 2007 году. Их надо будет, конечно, красиво выписать на листок. Вот. Двадцать один. В моем сознании источник вдохновения, изобилия и гармонии. Изобилие господствует над моей речью. Изобилие вдохновляет мой ум. А жизнь моя – проявление богатства изобилия. Я богата, ибо избрана богатством. Я успешна, ибо достойна успеха. Я щедра, ибо щедрость приносит радость. Богатство дарует мне счастье делать то, что я люблю. Все мои начинания успешны, все мои мысли созидательны, все слова мои приносят радость людям. Энергия изобилия защищает меня, помогает мне, направляет меня. Мой успех вдохновляет других. Моя радость передается всем. Дождь денег изливается на меня из облака вселенского изобилия. Ну и так далее. Такое у меня платье, такое золотое платье, такая вся супер феерическая. Может быть, в полный рост? Я, кстати, могу в полный рост. Хорошо, а что я буду в полный рост? Я могу туда дальше поставить, конечно. А что, смысл какой? Какой будет смысл? Конечно, можно и в полный рост, если туда дальше поставить видеокамеру. Вот. Просто я подумала, что часть аффирмации нужно еще почитать из книжки «Азбука успеха» от А до Я Натальи Борисовны Правдиной. На какой странице открылось мое изобилие бесконечно. Я принимаю изобилие в свою жизнь прямо сейчас. Я наследница божественного изобилия. Я наполняю свою жизнь любовью и изобилием. Я процветаю. Изобилие, процветание и наслаждение всеми радостями жизни также естественны для меня, как дыхание. Живая сила изобилия наполняет меня. Я часть потока изобилия, циркулирующего во Вселенной. Я черпаю из неиссякаемого источника самые удивительные сокровища мира. Я благодарю за радость и наслаждение жизнью. Я благодарю за радость и наслаждение жизнью. Ну, знаете, я так вообще предполагала, что, знаете, Наталья Правдина, она вообще, знаете, такой дипломированный мастер фэн-шуй, позитивного мышления преподает, как там, трансформации сознания, в общем. Вы видели, я там загрузила 555 аффирмаций про любовь какой-то девушки, я не помню ее
я первый раз увидела вообще такую девушку, что она тоже достаточно какие-то такие вот видео о позитиве, аффирмации. Я была просто удивлена. То есть, конечно, вот эта книжка изобилует аффирмациями, знаете, аффирмации по Луизе Хей, но там 555 аффирмаций про любовь, это, я не знаю, просто, знаете, какой-то фонтан. Просто фонтан, я даже вот всех, а там нужно, наверное, повторять их или слушать, в общем, как-то вот, конечно, лучше, конечно, повторять. Я просто очень удивилась и порадовалась. Я вам загрузила там на мою страницу. Счастье – норма моей жизни. Мое счастье бесконечно, как и любовь Бога. Я творец своего счастья. Я принимаю безграничное счастье, любовь и благополучие. Я рождена для счастья. Вообще, из-за моей практики хочу сказать, что почему я посоветовала, сказала, что нам обязательно нужно как-то из этой книжки выписать. Вернее, я это для себя хочу выписать и вам показать. Ну, кому-то, может быть, интересно тоже это будет. Потому что, знаете, как, знаете, практикующий позитивное мышление, позитивным мышлением я занимаюсь с 2002 года. Вот. Я знаю, что... Вот, или можно это напечатать на компьютере. Это будет проще напечатать, например, на компьютере, сделать распечатку. Вот, это несколько страниц или как-то вот. И чтобы это было в такой доступности. Чтобы это можно было читать утром, вечером или просто вечером. Чтобы не листать, например, книжку, а чтобы это было в такой доступности. Такое, знаете, как говорят, дело привычки. Это точно могу сказать. У меня это было все записано, вот это такая специальный такой альбом записано, и он лежал у меня около, так скажем, моей кровати. Вот, и на самом деле перед сном я вообще в Америке, на 56th Road, Bloomfield, Connecticut. Так что вот. Ну, там мне, нет, аффирмации тоже, наверное, аффирмации тоже. Там, знаете, вообще у меня там были научная молитва Джозефа Мерфи. Вот, научная молитва Джозефа Мерфи. Потом выписаны у меня были по профитам, Марко Элизабет Профит, веления и другие. У меня еще были их книжки. Общение с ангелами, обращение к такому-то ангелу, к другому ангелу. И то, что мне было интересно, у меня это было выписано. Выписано, я это читала каждый вечер. Вот. Это дело привычки. Нет, конечно, если такая, в принципе, удобная книжка, но просто, знаете, такое количество этих аффирмаций, вы понимаете, да, такое количество. То есть здесь, ну, я, конечно, не знаю, в общем, как предположить, хотя Наталья Борисовна Правдина говорит, что она и повторяет, как она сказала, по-моему, по 600 или сколько там она, по много-много раз повторяет, ну, мантры она советует. Вообще, как говорится, там нужно повторить и мантры, там по 108 раз, то есть есть люди, наверное, которые, в общем, обладают, то есть как-то повторяют огромное количество раз, как они считают, на четках, наверное, считают, сколько раз они мантру повторили, наверное, четки на 108, на 108, и, в общем, повторяют мантры, вот. Нет, если, конечно, такой, как бы, если повторять по много раз мантры, то, конечно, эта книжка, так это взяла и, в общем, каждый вечер прочитала все эти аффирмации. Просто я считаю, что какие-то такие более как-то или необходимые, или более которые нужны, то есть их нужно выписать. Вы понимаете, да? Я открываюсь всепроникающей энергией любви, я излучаю любовь и счастье. С каждым днем моя жизнь улучшается, а моя любовь растет. Любовь божественная.
красота, молодость и здоровье – естественное состояние для меня. Мое лицо освещает внутренняя красота, добра, света и любви. Моя красота неуязвима. Я настраиваюсь на волну здоровья и красоты. Все люди тянутся ко мне как к источнику света, красоты и любви. Я ощущаю себя богиней чистой красоты, молодости и совершенного здоровья. Я настраиваю свое сознание на психологию богатства. Просто, знаете, как и фэншуй, как и Наталья Правдина тоже говорит, что как там некоторые думают, что ты поставила там эту лягушку такую, знаете, вот, которая к деньгам, такая с этими монетками, кто-то поставит просто лягушку и думает, что вот эти деньги у них появятся в больших количествах. Вот, она тоже вот объясняла, что, скорее всего, знаете, вот такие талисманы какие-то ставят, чтобы вот это, проходя мимо этой лягушки, или проходя мимо там хотелей, каких-то вот этих вот талисманов, какие-то талисманы. Фэншуй. Что думали о том, почему вы поставили лягушку, такую лягушку, кстати, с этой монеткой, которая сидит на этих монетках. Так что вот такие красивые лягушки в этих фэншуй в шопах продаются. Думали о своем намерении, чтобы поставили, чтобы лучше свое благосостояние. Вот. Моя сила и уверенность в себе постоянно растут. Я творю радость, любовь и счастье сегодня и всегда. А, кстати, вот глава из моей книги «Язык изобилия». Язык изобилия, где была эта глава, надо будет ее прочитать на видеокамеру. Язык изобилия. Просто знаете, с чем еще наверняка хороши аффирмации? Просто в обычной жизни. Ну, наверное, кому как, но спешу предположить, что не каждому удается говорить много такого возвышенного и вообще. Как эти аффирмации, которые вот я прочитала. Так что вот. А когда читаешь аффирмации, настрои, например, из книжки там или Натальи Борисовны Правдиной, или из книжки Санлайта, то тем самым говоришь о хорошем, говоришь такие слова: богатство, процветание, успех. Вот он и получается, язык изобилия. Читая аффирмации, где у меня эта глава была, мои книжки. Язык процветания, глава 6. Приучите себя говорить и думать на языке процветания. Я удачливый, благословенный свыше, хорошо, будет еще лучше, блестяще, роскошно, радостные новости, приятно, легко. Все получается прекрасно, великолепно, я все могу, новые планы, мечты, проекты, вдохновение, большой успех, слава, роскошь, гармония с окружающим миром, родился под счастливой звездой,
придающие энергию, все просто супер, радостно, чувство покоя, уверенности, доверия жизни, идеальное здоровье, счастливый случай. Я люблю, уважаю и ценю себя. А вера в свои силы, новый уровень сознания, оптимистический взгляд на жизнь, творческое вдохновение, самоуважение, личностный рост, духовный рост, богатство, благополучие, счастье, сокровище, чудо, радость, драгоценный, дорогой, совершенство, продвижение, любовь, популярность, высокие цели, достойная награда, свет, страсть, материальное благополучие, изобретательность, хорошее будущее, гениальные идеи, романтика, верные друзья и так далее. Вам понравились эти слова и выражения? А как часто вам приходится их использовать? Многие просто не задумываются над этим. Есть и такие, кто, конечно, слышал о них, но вот там со своей жизнью не соотносит. А некоторые даже спрашивают, где же мне говорить, и правильно ли меня вообще поймут. Чтобы стать процветающим человеком, необходимо говорить на языке, который привлекает изобилие, процветание и счастье. А начать можно с того, что написать несколько слов и просто повторять их. А также постоянно включать эти слова и выражения в ежедневные разговоры. Тогда вы очень скоро привыкнете к ним, расширите и обогатите свою речь словами, которые несут положительную энергию и вибрации. Преподнесите это как игру. Так что вот, и, в общем, я пишу. Здесь у меня какая страница? На 58 странице. У меня все получается просто великолепное сокровище, я чудо, я все могу. Все будет все хорошо, все будет хорошо, я знаю. Рассказывая о каком-то событии, употребляйте как можно больше хороших, положительных слов. Если поначалу не получается, применяйте их в разговорах, не получается их применять в разговорах с другими людьми, используйте эти слова в разговоре с самим собой. Хвалите себя сами. Скажите, я так правильно поступила, что не стала пересказывать эту грустную историю. А мне так хотелось. Зато теперь я знаю, что могу контролировать себя. Какая я умница. Вот о чем я хотела сказать. Что как раз, наверное, знаете, вот когда читаешь какие-то такие настрои, аффирмации. И приучаешься так к языку процветания. И постепенно это становится такой нормой. Знаете, вы когда повторяешь, и как бы повторяя, ну, в принципе, я даже не знаю, кто-то, может быть, про себя читает аффирмации, может быть, люди, там же не сказано говорить это вслух, я даже не знаю, или про себя. Может быть, знаете, кто-то эти аффирмации про себя повторяет. Ну, в любом случае, привыкают к таким словам, и когда уже о чем-то говорят, я так понимаю, включают по мере каких-то таких по мере ситуации такие слова в свою речь. Тем самым обогащая и приближая себя к языку процветания. Вот такие вот дела. Вообще хотела вам прочитать главу из книжки «Квантовый воин» о благодарности Джона Кеха.
Ну, в следующий раз, в следующий раз. Вообще, если честно, как бы план, знаете, такой план был заснять небольшое видео. Небольшое видео про сумочку, про книжечку, про, так скажем, эту книжечку мою из моей библиотеки Sunlight. Я подумала, такое небольшое видео засниму и к книге, и к любви, к теме любви, которую, в общем, это... я надеюсь, вы кто-то интересуется моим творчеством, смотрит мою творческую студию позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Махтун Сайфуддин. Так что вот мое видео такое о любви. Я, конечно, тоже сегодня хотела о любви к книжке Натальи Борисовны Правдиной. Вот, и хотела читать эту книгу. Знаете, у меня такая идея была. Я подумала, хорошо, я буду сейчас читать главы из этой книги или просто страницы из этой книги. И что-то вот такое, ну вы поняли, да, какие-то определенные слова или выражения немножко заменять другими. Ну, сначала объяснить, что я читаю книжку, эту книжку Натальи Борисовны Правдиной, вот, ну, некоторые выражения, или я там что-то опускаю, например, часть каких-то слов, или заменяю. Хотела посмотреть, как это на практике, честно говоря, получится, ну, хотела сделать таким экспромтом. Я уже сказала, что я вообще же вам озвучила, что я такой, знаете, мастер экспромта. Да, Татьяна Салмановна, мастер экспромта, подумала, заснимет видео на 8 минут или на 18. Так что вот, а здесь уже видео идет почти там, ну, сейчас там, 52 минуты. Вообще идея была заснять сегодня несколько видео по 8 минут, 8 минут позитива со мной, с Татьяной Салмановной Махтун Сайфуддин. Так что, в общем, такая идея была. Ну, видите как, получилось такое достаточно такое большое видео. Вот такие вот дела. Thank you.
В следующей программе буду читать отрывки из моих книг, из моей библиотеки. Вот, это «Время любви», книжка «Время любви» и «Практический курс счастья» Джона Кеха. Вот такие вот дела. Татьяна Салмановна с вами была. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин.